Всем здравствуйте! Вот сегодня у нас видео распаковки и также обзор коллекционного издания «Властелин колец. Шахматы. Арагорн». То есть вот как и планировали, они выпустили 2 апреля. И вот сейчас вот только принес, купил. И сейчас вместе посмотрим. Вот он так выглядит. Такой вот коробочки. Вот. Кстати, вот читал форум, то есть ограниченное количество этих фигурок было выпущено, и не во все города привезли, вот нам привезли. И то вот обошел киоски, в одном только продавалось, в другом не было, в которых я обычно покупаю. Ну все, тогда приступим к распаковке, посмотрим, что у нас тут такое. Ну, опять же, судя по форуму, кто покупал, говорят, что европейская фигурка 2008 года. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Так, ну начнем опять с журнала, как обычно. Фигурку на потом, чтобы было интереснее смотреть. Так, ну вот. Тут такой вот журнальчик. Вот так вот он выглядит. Такой журнал. Вот. Кстати, кто-то говорил, что там плакат должен быть. Сейчас посмотрим. Да, есть вот такой постер. Вот, сейчас покажу вам. Вот такой постер. Кстати, недавно только с сыном посмотрели 2-й «Хоббит», понравился. Ну, это так, слово. Так, ну вот такой вот журнальчик. Подробно особо не буду останавливаться. Так, пролистнем его. Описание самой фигурки. Ну, видно, нет? Досье. Такое вот. Ну вот. Так, это касаемо вот такой, кстати, вот он, картоночка была, чтобы ничего не сломялось, не сломалось, не помялось. Да, кстати, журнал такой довольно-таки не мятый, все нормально. Так, сегодня я взял уже ножницы для удобства. Вот такая коробочка. Кстати, на коробочке здесь вот надписи вот такие. Коробка тяжелая, фигурка довольно-таки увесистая. Так. Воспользовались ножничками. Сегодня я подготовился. Все-таки как-никак коллекционное издание. Хорошо упаковано, скотч заклеен с 4 сторон. Плюс еще вот так вот замотано такой вот проволочкой, чтобы он не болтался, скреплен капитально. Ножницу уберем, саму коробку. Все. Сейчас вытащу. Еще, кстати, и голова еще закреплена. То есть с двух сторон проволокой. Обалдеть. Голова лошади имеется в виду. Скакун. Просто я сначала не увидел ее, стяну никак не вытаскивается. Все надо делать аккуратно.
Так, ну вроде все. Наконец-то. Так. И такая фигурка. Сейчас я ее вытащу здесь. Я потом еще поближе покажу. Вот номер, кстати, 2008 год. Вот он. Покажу поближе. Уже камеры когда приближу, еще раз смотрим его. Вот так вот он выглядит. Такое лицо. Ну вот такой вот номер. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас допишу видео, покажу поближе еще. Ну все, всем пока, всем удачи, хороших коллекций, хороших покупок.